Добрый день, дорогие друзья! Вот это видео будет о дураках. Вот я часто снимаю такие видео шутейные. Ну а что, говорит, это как Хазанов, помните, это говорил? А, говорит, нашему институту дураки не требуются, и нашему предприятию тоже. У меня вот работает на предприятии человек, ну, дурак конченый вообще. Работать просто не хочет. В итоге я сам работаю. Как вам вот это видео, дорогие щеглы и щеглухи, до вас снимаю. Вы это, трудиться не забывайте, трудиться, говорю, не забывайте. Ну, чё вы на меня смотрите? Я пенсионер, пенсию получаю. Обидно, когда молодые люди не трудятся. Вот я о чем. С возрастом, дорогие друзья, падает потребность в деньгах, но возрастает спрос на покой. Это сказано было в фильме «Ва-банк». Посмотрите «Ва-банк», «Ва-банк 2», «Ответный удар». Это мой ответный удар всем, кто не хочет трудиться. У меня есть друзья. Один в Германии живет, другой в Кузбассе. Один друг живет, точнее два, три друга живут в Алтайском крае. Александр, он знает, живет в Троицком. Саша, кстати, тебе привет. Евгений Валерьевич, Валерьевич, живет в городе Барнауле. Мы родились с ним в один день, только в разные года. Наш день рождения 23 апреля, кстати, ждем поздравления. Еще есть один друг, Геннадьевич. Маленький такой, худенький, простой русский мужик, который трудится, умеет делать все. Каменщиком работает, директором моим, в смысле, я зам у него. Вот, трудится человек, понимаете, трудится, встает, идет на работу каждый день. Там минус один есть, но я ему подсказал, ты давай, говорю, образование, дружище, получай. Ты на меня не смотри, у меня два экономических. Я могу поделиться дипломами с вами. Не верите? Канал на Ютубе смотрите, проверите. Понимаете, о чем я? А следующее видео будет очень красивая женщина. Издали сразу видна. Будет четвертое видео. Спасибо двум подписчикам, еще у меня два подписчика. 484 подписчика. Еще о вреде курения. Завязывайте с этим. Я сам скоро бросаю, вам не рекомендую. Всего доброго. Смотрите мой канал на Ютубе. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Точнее, на Ютуб канал. Инстаграм потом как-нибудь. Я во всех социальных сетях. Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники, ВКонтакте, в Тумблере, на Ютубе. Специально Ютуб говорю. Не Ютуб, а Ютуб. Душ греет. Хотя денег не платит. Помогите.